Андрюшка, не балуйся. Доброе утро, страна. Покажись. Доброе утро. Что такое? Тяжело. В учении, легко в бою. Да? Поехали. Ты что дедушку пугаешь? Поехали. На свои шортики. А мама, забили. Мам, да пусть на сверху трусы оденет и все. Ага. Ты в хорошем настроении? Давай, доедай быстро конфету. Съел? Покажи мне рот. Есть конфета. Так, мы вяжем. В 2 часа ночи сижу, не уехал. Степаша тоже. Я вот только к 9 могу вязать, пока всех развезу. И в 8:30 вечера. Да, точно. А тут вот смотрим, в Санкт-Петербурге язык, да? На историческом здании. А, плохо себя вел. Язык показывал, да? Где я Антоху забрала? А у него там в руках кузнечик. Оказывается, у нас в машине был кузнечик, да? На моей сумке. Да. Сначала отпускаем. Где он? Вот. А, вон он попрыгал, да. Ну, это не кузнечик, а саранча. Он коричневый, да? Да. А кузнечики же зеленые. Ну, я похожа на кузнечика. Он потому что тоже бегает. На, портфель. Как там в школе, расскажи? В школе все хорошо. Уже был диктант, да? Я его отлично прошел. Отлично, ну сейчас пойдем посмотрим. Ну, буквенный диктант, буквы писали. Привезу Гришку. И сама еще поеду подстригаться. Сегодня в новый салон у нас открылся в станице. Салон красоты Александрия называется. Как раз мой мастер там теперь работает. До Оксаны еду. Все, я вся красивая. Выровняли асимметрию. По-моему, в этот раз получилось это сделать. И сейчас еду домой. Сзади опять короткая макушка. В Инстаграм сейчас выложу фотки, что получилось. В общем, я счастлива, как всегда, мне все нравится. Оксана в новом салоне. Вот Александрия. На 2-м этаже вот окошки. Вот там вот. Шество то, что там теперь есть и мужской зал, и женский. То есть мальчики и девочки подстригаются отдельно. А, не знаю, как для мальчиков, но для девочек это удобно. Иногда хочется поболтать. Так что вот, теперь своих мальчишек буду возить тоже в Александрию, в мужской зал. Теперь еду, тут красота у нас сейчас, все желтое. Здесь именно такие деревья, которые вот желтые, вот прям осень. У нас прям тепло, 24 градуса сейчас показывает, ну прям хорошо на солнышке, но погода обманчивая. То есть это только на солнышке. Потом прохладнее, в теньке уже, в тени, и вообще уже, если зайти, где сквозняк, то без куртки никак. Но я вот сейчас вот так вот нормально. Сейчас заехала на хутор, тут гляньте, сколько голубей. Просто. Гляньте, тут целая какая-то, я не знаю, многоквартирный дом. Их столько. Я всегда тоже думала, как их током-то не бьет. Девчонки приехали, играют. Да, что у нас за праздник, девочки? День рождения Коли. Да. Сегодня Коле именины, ему 10 месяцев, а да? А мы его крестные. Да. И что мы тут... А мы сегодня с папой сходим в магазин косметики и купим игрушку. Да? Правда, да. Сегодня 10 месяцев. Да, сегодня Коля 10 месяцев. Да. А мы когда вы приедете? Когда вы приедете? Не знаю. Мы вам приготовим красивый обед, суп. Мама, давай пошли футбол поздравим Колю. Давай. Футболисты мои, им даже манишки не нужны синие, потому что они в синих кофтах, да? Мы хотим это, ну, у нас постоянно синие команда, просто их снимаем, играем. Да. Так, Гриш теперь складывает все в красную сумку, папа забрал его сумку карате, по карате.
Угу, мы поняли. Держи. Так, а где еще одна перчатка, вопрос? Смотри, а вот она, нет? Нет. А ты ее там не оставишь в сумке у папы? Это папа я брать не буду. А? Папа я брать не Почему? Буду. Потому что его не на диване. Почему? Потому что...